том, что Донецк 8 лет обстреливают, об этом люди хотят не вспоминать. Говорят, что все это выдумки российской пропаганды. Мы лучшее про ведущем Мариуполе, который развивался, в котором строились дороги, строились тротуары, развивались парки, развивалась металлургия. Пришла Россия, пришли освободители. А как вы относитесь к тому, что 8 лет подряд украинские войска бомбили Донецк? Не мы же бомбили. А вы были в Донецке? Вы видели, как его бомбили? Конечно, больше 14 года. Никто не бомбил Донецк 8 лет подряд. Девушка, я вам скажу, две недели назад, вот я, как вы говорите, я такой, так кто там бомбит? Вот я приехал, и там до сих пор, я вам даже сказал, я вот не местный, да ваши же разбомбили. Кто? Наши? Ваша наглая российская провокация. Скажите подробнее, мы же просто слушаем. Как на территорию ДНР могла попасть Украина, чтобы бомбить Донецк? Ну, в Марьинке стоит, в Авдеевке стоит, конечно. Вы сами в это верите? Ну, я на соседней улице сам 20 погибших видел. Серьезно? Точку У сбили, конечно. Вы думаете, я вам вру, что ли? Конечно, врете. Россия не умеет говорить правду. 8 лет подряд Россия умеет только нагло врать и создавать провокацию. Так это нам теперь за это, да? То есть 8 лет подряд вы хорошо, спокойно относились. Мы ведь не хотим войны. Донецк, мы не хотим войны. Никто не бомбил. Я в Донецке не была, но у меня есть друзья, которые живут в Донецке. Они прекрасно жили, они получали двойную пенсию от Украины и России. Люди все там устроились. Кто бомбил Донецк? Никто не бомбил. А вот это вы хотите сказать? А вы слышали что-нибудь о Бале Ангелов? Это погибшие дети, убитые в результате бомбежки. А наши погибшие дети, как теперь будут называться, которых вы разбомбили? Ну вы же рассказываете, что вам надо сочувствие проявить. А как вы к ним проявили? К своим согражданам, да, гражданам сочувствие. Вы пришли на территорию Вильную Украины. Как вы, говорю, проявили сочувствие гражданам, своим братьям на ДНР? Да мы не бомбили, мы никого не бомбили. Я вам еще раз отвечаю. Украина 8 лет не бомбила никаких мирных граждан. Никого не бомбила, а 20 тысяч. Это была такая же провокация, как сейчас происходит провокация с вашей стороны.